делаешь? Ну вот вариант, как можно делать грядки, он достаточно простой. В общем, кто-то может покупать готовые зацинковки, кто-то может делать такие, на вкус и цвет товарища нет. И здесь еще хочу сказать, что монтаж таких грядок, он отнимает достаточно большое время. И поэтому, если вы не хотите заморачиваться, проще всего покупать готовые, соответственно, ставить и лепить уже готовые. Но тут, опять же, повторюсь, на вкус и цвет товарища нет. Можно внутри одной грядки делать другую грядку, поднимать, делать такие вот какие-то пирамидки. Здесь, опять же, повторюсь, кто как хочет. Лично для меня такие грядки являются самым хорошим вариантом, поскольку они достаточно легко монтируются. Вот, а здесь что потребуется? Шуруповерт, потребуется сверла, в них засыпается земля, удобрения, там навоз, там все, что хотите, все, что взбредет в голову, там кто-то опилки сыпет какие-то перепревшие, кто-то прям навозом, кто-то поливает перегноем, то есть настаивает воду в баке с травой, которая тухнет. То есть здесь, повторюсь, здесь вы можете развернуться кто как хочет, как говорится. Это просто один из таких вот вариантов для тех, у кого нету множества пиастров на расчетном счету.